Всем добрый день, друзья! Да, мы пришли в гости в семью Маечки. Да, где говорят, злобная тетка и жадная тетка. Да, самое главное и злая, да? И молоденьких притесняет, как в этой обезьяне иерархии. Вот она идет. Ты дама? Или мужичок? Девушка. Тюськи, малюськи пришли. Они сидели в обнимочку. Майя и вот эта самочка. Маечка, привет. Смотрите, какие они шустрые. Раз, слезли общаться. А, там еще кто-то в домике есть. Посмотрите. Так, 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 не надо меня, у меня технику забирать. Ох, вы шустрые. Глаз да глаз за вами надо. Вот малюська Маечка такая, топ-топ-топ. У меня есть арахис, я вам сейчас кину. Ну, чтобы вот жадная ваша бандерша вот эта вот не забрала все. Конечно, все понятно, порядок, иерархия, субординация. Ну, как-то хочется, чтобы малюськам досталось больше. Ох, смотрите, смотрите, Кинг-Конг разбушевался. Маечка, малюська. Маечка пришла. Что ты, мой зайчик? Ну, техника тебе не нужна, моя крошка. Сейчас я достану орешки и брошу вам. Да, надо только как-то... Хочется снять у вас? Да. Сейчас, секунду, я селфи-палку немножко. Ой, дети идут. Шумные, как всегда. Да, дети у всех шумные. Ой. Дети, он смотрит с восхищением на жителей Тайгана. Да. Ты так пикаешь, ой, пикаешь как птичка прямо. Да, моя золотая. Сейчас, секундочку, я хочу как-то телефон укрепить. Ой, ой, да. Дети в восторге бегают рядышком. Да, мои золотые. Маечка, ты такая крохотная. И так пикаешь, как маленькая птичка. В общем, дети в восторге от гуляющих павлинов. Вон пошли люди. Дети счастливы. Сейчас угостят их, а потом я уже тогда угощу. Смотри, смотрите, как суетятся. Так. А вот сюда бросай в трубу. Красивенькие, да? Да, такие маленькие. Смотри, какая классная. Маленькая, да? Да, маленькая, классная. Не-не-не, туда не лезь. Давай в трубу. Да. Потому что обезьянки, они очень крепко... Отойди. Не куда надо туда залазить. Вылез. Вылази. Вот сюда кидай в трубу и подойдет, возьмет какая-нибудь обезьянка. Кидай в трубу. Аккуратно. Вот молодец. Ну, погоди, где они не там? Выпадает. Застряла? А там может... Выпало. А, выпала. Так я же уже слышу. Они, может... Палочку ей дала, взяла. Сынок, маленький у тебя? Ой, маленькая, смотри, какая. Да, маленькая. Классная. Сын, куда ты лезешь? Я хочу ему мелкому дать. Мелкому я дам. На, малой. Все, он сейчас в уголовке будет кушать. Наверх. Бедолага. Папа, ты с наклейкой. Да, он сейчас все выкинет. А шкурочку она не будет есть? Она, да, это умная. Смотри, сейчас. Почистила. Беги давай наверх, чтобы большая не забрала. Да, заберут. Большие да, они такие. Сын, он не будет палочки тебе кушать. Бананчик, он хорошо зашел. Так, полезла. Малая, типа, это.
Так, ну ладно. Сейчас я орешки наконец-то достану. Кто пришел тут? Ой, кошачье царство здесь. Так, кошачье царство. Басик, привет. Басик и какой-то еще котик. Какой-то Томас. Так, погодите, сейчас у меня там есть корм, я достану корм. Так, это финики, вы такое не едите. Так, стой. Стой, стой, сейчас я найду корм. Погоди, у меня там где-то корм был. Сейчас, Басик, ты финики не ешь. Вспомни об этом. Вот уже наглые котики. Так, кстати, вот корм нашла. Давай, пошли. Пошли, пошли, сейчас я насыпала. Слышите, как шуршит? Пошли, Басик. Иди сюда. О, вот это завтрак. Второй завтрак, так сказать, уже. Первое время первого прошло. Давайте, кушайте, не ругайтесь. Пойду к обезьянам. Пойдем. Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Сейчас мы вам орешки раскидаем. С нашими зрителями. Дети бегают, с тигрятами играют. Да, сейчас, моя дорогая, все обещала, скажи, давай. Орехи свои доставай. Сейчас, сейчас, извините. А можно я сюда залезу, чтобы покормить? Нет, слезь. Так, ну, родители хоть. Да, за перегородки лазить никому нельзя. Да, это опасно. Родители молодцы, запрещают деткам. Сейчас. Доча, иди сюда. Да что ж такое? А где малыш? Что ж такое? Не могу закрепиться. Так, ладно. А-а-а. Сейчас, моя хорошая. Отжали их, может. Ого. Пришла бандитка, да? Пришла. Давай, собирай, всем хватит. Давай. Собирай. Собирай, собирай, всем хватит. Да, всем хватит, давайте. Девочки, сейчас я вам что-нибудь дам. Да. Да, да. Так. Так. Майя воркует, как голубушка. Так, кто пришел тут? Павлины у котов не забираем. Нет, 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 отходим. Котик еще не доел. Басик, а ты что спрятался? Там один хвост торчит. Смотрите. Тебя павлины, что ли, отогнали? Так, семья Маечки. Маечка, там это Маечка, малюська. Он занята поглощением арахиса. Да. Поглощением арахиса. Разбежались так. Бандитка тут всех гоняет. Ну, гоняет, как говорится. Больше пугает. Рукоприкладством не занимается, слава богу. Ого, кто там наверх поскакал? Вот и шо. Вот на нее все оглядываются и потихоньку берут вкусняшки, чтоб она не разозлилась. Так-так. Надо держаться подальше от этих девочек. Тёмалюсь такая. Масочка, привет.
кошечка какая-то, а не обезьянка. Пищит так, как куколка. Да-да. Наверное, они вместе вот с этой самочкой дружат. Она ее приняла, наверное, как дочечку. Ну, все, все, да, отогнали. Отогнали котов. Ох, вы птицы наглые, вас там кормят. Скажи, котов тоже кормят. Ну, кошки, они такие, они хотят часто кушать. А птицы хотят все время кушать, да? Без перерывов. Ох, эти курочки. Все заберут у котят. Вон, видите, подошла уже. Кошка уши прижала. Так, так, так. Курочка. Дай котику поесть. Доедай уже, дожевывай. Мелюзга. Так, так, так. Не подходим близко. Кисюня, давай доедай. Так, ты хочешь умыкнуть? Да? Как и хочешь умыкнуть. Красотки. Все. Все, ты доел? Молодец. Так, пошла я дальше.